Ну, Господи, благослови. Мы отправляемся в рулетку. Это вы кто? Добрый вечер. Добрый вечер. Мы православные христиане. Да. И желаем услышать у людей желание, есть, нет у них, больше о Боге узнать, как душу спасти. Мы можем ответить на вопросы. Как говорится, слинял сразу. О, здравствуйте. Здравствуйте. А что на камеру снимаете? У вас стрим? Мы православные христиане. Ищем своих соратников, рассказать о Боге, как душу спасти, не погубить ее. Чтобы люди веровали. Мы грешные. Да, мы ну, грешный Христос и пришел спасать грешников. Спасайте. Вы можете зайти на наш видеоканал. У нас там богатые ресурсы. Я думаю, это картинка. Они прям не двигаются, они не видят себя. Что снимают на эти блядь, блогеры? Вы блогеры? Она говорит, вы блогеры? Да. Мы христиане православные. Можем ответить на ваши вопросы, как душу спасти. А это не вас, пусть говорят, показывали. Все. Это не вас, говорят, пусть говорят, показывали. Ну, передача такая. Да, но наши там бывают. Даже парализованный там был. Не там был, а сестра его. А как вы говорите геморрой? Вы хотите узнать больше? Запишите, я скажу наш видеоканал, как называется. Нет, я хочу, чтобы ты мне сказал, как заговорить геморрой. Спрашиваю, как заговорить геморрой? Заговорить? Да. А у вас от чего? Тяжести таскали? От беременности. От чего? От беременности. А от беременности. Ну, надо как-то беречься. Это за прямохождение человек платит такую дань. Нет, а если я вам покажу, вы сможете мне его заговорить? Надо просто осторожно себя вести, не поднимать лишние тяжести. Вы объясните, что заговорить-то это дело. А заговорить так никаких нету, заговоров нету. А как лечить? А как лечить? А я как вот лечить? Вот у нас святая вода есть в церкви. Освещается. А скажите, пожалуйста, а как объяснить такую борду, как у вас? Вам это не дано, это только мужчине дано, бороду отрастить. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона, миссионерская поездка, и везде пили сырую воду, и никто не заболел. И поэтому у вас уроса борода, да? Святая вода должна быть добавлена везде. Святую воду пить, и вырастет борода. Святую воду пить, вырастет борода. Ну, смеются. Борода. Она без воды вырастет. Так, у вас вопросов нету? Нет, у вопросов нет. Ну ладно, всего хорошего, с Богом. С Богом. Спаси, Христос. Очень часто лицо не показывает. Здорово, батька. Добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас ничего? Мы, православные христиане, ищем своих соратников. Чтобы дай Бог вам ответить. Была помощь вашему дому. Спаси, Христос. Может, какие-то вопросы есть у человека? Не, живем, батька. Спасибо тебе, спасибо. Так-то живем потихонечку. Вот мы восстанавливаем деревню с нуля. А в России 21 тысяча деревень погублено. В деревне-то лучше жить, чем в городе. Я же в деревне живу, батька. Прекрасно. Степной печка. Все свое. О, а я печником 40 лет проработал. Понятно. Хорошо. Нормально. Мы работаем. Каждый день мы молимся, поклонение Богу совершаем, Евангелие читаем. Господь нам, Христос, рассказывает, как правильно нам жить, как Богу служить. Надо, надо, батя. Правильно ты. В этом, да. Я чуть-чуть болею, батя. А что у вас? Мне уже 11 раз, вот, посмотрите, 11 раз уже операцию делают. 12-перстная кишка у меня. Да. Пропадает, гниет. Ну вы
самое простое лекарство, но очень важное. В церкви взять святой воды. Смачивайте все и выпивайте. У нас была миссионерская поездка. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона. И Скандинавию, и Прибалтику захватили. И везде пили сырую воду, и никто не заболел. Святая вода. Добавляли помаленьку. Схожу, батька, схожу, возьму. Я согласен с вами. Обязательно. Скажи, Господи Иисусе Христе, помоги мне. Вам сколько лет? Мне 40 лет. Ну, 40 лет. Вы в два раза моложе меня. Как раз в два раза? Конечно. Ну, вам еще, говорится, жить да жить. Вы просто жизнь измените. Вы курите? Курю. А вот это плохо. Где и курение, курение и лечение несовместимы. 12 лет, жизни, 12 лет жизни курево отнимает. Вам зачем это? Выбрось эту пакость. Иоанн Кронштадтский говорит, уста курящего – это демонская кадильница. Правильно, правильно. А самому не бросить. И ты скажи, Господи, я безвольный человек, не могу. Помоги мне, Иисус Христос. Помоги, ты за меня умер, Господи. Я твое достояние. Спаси меня. Чего ж тебе так рано умирать, а вы сами себя обрекли на это дело. Еще поди выпиваете иногда. Нет, батя, я не пью, человек сразу. Молодец. Ну вот так. Уже наша встреча не напрасная будет. Вы обязательно в храм пойдите. Помолитесь. Скажу. Возьмите святой воды. Честно. Да. Если веруете в Господа, на исповедь сходите. Веру. Ну вот так. Где живете-то? Я Карелия, Петрозаводск, Карелия. О, у нас оттуда знакомы. А мы Барнаул, Алтайский край. Понятно. У вас там озер много? Да, у нас охота, рыба. Да. У нас есть друзья в Петрозаводске. У вас духовных вопросов нету, как душу спасти? Не, мать. Нет. Даже не задаете, да? А я вот 23 года задал этот вопрос после армии, уверовал. И вот 56 лет иду этим путем. Бог помощь твоему семью, брат. Спаси, Христос. У нас большие ресурсы есть. Видеоканал можете записать открытым оком во свете Библии. Открытым оком во свете Библии. Там 13 700 роликов наших. Ладно, батя. Бог помощь вашему дому. Храни вас Господь. И дай Бог здоровья спасибо. Вам. Всего спасибо, до батя. Спасибо, до спасибо. Поближе, главное, наклонился. Ты что так бороду отрастил? А она растет сама. Так Господь установил человеку. А вы его усы не брейте, у вас будет нормальная борода. Вы мусульманин, наверное? Наверное. Ну вот. Мы верим в Бога, мы православные христиане. У нас очень хорошие отношения с мусульманами. Христос умер за наши грехи, чтобы мы жили для праведности. Решили узнать, что тут вечером. О, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как ваши дела? Мы православные христиане, ищем своих соратников поделиться опытом, как спасать душу, как жить по Евангелию. Во сколько там? Мы православные христиане. Ищем своих братьев, сестер, чтобы побеседовать. А, и снимайте на камеру. Вы да, эти камеры называли вот... Это я как секту, секту. Да. Это. Братья и головы. Мы православные. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Если вам понравилось наше видео, одобряйте, ставьте лайк, а также поделитесь с друзьями
о просмотренном в соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках. Добавляйте в плейлист. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик. Это даст вам возможность узнавать о новых видео, которые обязательно будут выходить на нашем канале. А также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видеоархиве. Помоги вам Христос. С Богом!